студия GamingBets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Доброго времени суток всем, дорогие друзья, с вами по-прежнему Друг и Каспер, и мы продолжаем смотреть с вами Virtus.pro и Empire. 1-0 ВП ведут. Это факт, я даже добавить ничего не могу. Действительно, это факт, ВП ведут, причем ведут вполне заслуженно. Несколько ошибок в финале, первая карта от команды Empire не оставили ни единого шанса им. Причем был небольшой задел от ВП, это снесенный тавр благодаря Death Profit. Ну, как все будет на второй карте, а я-то вижу, как все будет на второй карте, уже хотя бы приблизительно. Собственно, видите, что Death Profit все-таки попала в руки имперцев, и... Не решились они второй раз играть против нее, и баны тоже научили их, чему-то научили после первой карты. Ну, вот в свою очередь хочу сказать то, что Virtus.pro такая прям полная контра сейчас намечается, потому что и Doom, и Sven как раз вот эту Death Profit просто не ощущают. Если первый успевает кинуть в нее ультимейт, Death Profit вообще ничего не может. Ну, если она, конечно, ульт не нажала. И Sven, соответственно, за счет того, что использует свой Warcry, который дает большое количество брони, как раз нивелирует вот тот колоссальный дэмэдж, который может нести Death Profit со своей ультимативной. Также у нас рисуется Ancient Apparition и Виномансер, не долго думая, для Team Empire. Имперцы, я уже заметил второй раз сегодня, и очень-очень-очень быстро пикают себе персонажей. Virtus.pro тоже, конечно, от них не отстает, но вот на этой карте, видимо, они немножечко все-таки замешкались. Это, конечно, ни о чем не говорит, просто ребята чуть больше времени уделяют размышлениям. Готовы ли, интересно, Empire все-таки забрать Фариона, которого им позволяют, по крайней мере, здесь пикнуть. Может, его специально подсовывают, да? Типа, давайте берите Фуриона. Берите Фуриона, мы научились против него играть. Ну, возможно, Мы тренили убийство Фуриона. Да, может такое быть, в принципе, лайн для него найдется. Хотя, ну, нормально еще по пику. Фурион мог бы сюда заходить, тем более, что дэмэджа глобального будет залетать много. Это Death Profit, это Феникс, это Веник, естественно, со своим ультом. И ульт Фуры будет более чем полезен. А там, гляди, какой-то Мьёльнир подтянется. Но, опять же, это все. Пока что это фантастика, пока Empire не взяли последнего своего героя. Ну, по-прежнему хочу сказать то, что Сларк здесь более-менее заходит. Почему более-менее? Для Империи. Потому что, с одной стороны, Сларк очень любит ситуации, когда все бегают с малым количеством здоровья, то есть он хорошо добирает вот этих персонажей. И также, ну, вот я уже говорил, да, там Виномансер, Death Profit, то есть есть кому наводить шорох, как бы будет, возможно, не до Сларка. Но из плохих моментов то, что есть Ancient Apparition и Doom. Соответственно, если Сларк поймает либо одно, либо второе, ему будет очень тяжело. И Свену даже не обязательно самого Сларка бить, он может бить кого-то рядом, а умрет Сларк. Это тоже вполне себе частое явление. У нас интересная статистика по Виномансеру. 5 матчей, 0 побед. Возможно, кстати, сейчас будет 6-й матч без побед у этого персонажа. Да уж, действительно любопытно. Ну, Тинкер от ВП, да, тут матч поболее. Причем стоит отметить то, что я видел очень качественных Тинкеров у нас здесь на квалификации, которые просто меня поражали своим скиллом. Ну и плохих Тинкеров тоже хватало. Да, Виномансер, Виномансер, конечно же, Team Empire, я думаю, могли бы здесь подумать еще и о Лайфстилере, не стоит забывать, казалось бы, Doom, да, не самая опасная для него вещь, вот Ancient Apparition неприятен, но, в частности, Doom Лайфстилер переживает просто идеально, спокойно, хорошо, и главное, чтобы подводили к нему кого-то, и поесть можно было бы того же Свена Силача. Ну, есть над чем задуматься команде Empire. Виртуса уже забрали себе мид, забрали себе керри. Вопрос, будет ли это хардлейн Думу? Не будет, по-моему, ответ. Да, действительно, но я так понимаю, это шейкер для Йоку, который... Очень много отыграл на этом персонаже. Сверхсигнатура, да. Сверхсигнатурка для Йоку. В свое время он просто... Все оргазмировали от его исполнения на этом персонаже. Конечно, может быть, нелегко ему здесь, этому шейкеру на линии. Но поглядим вот сейчас на последний пик. То есть будет ли действительно это условный Сларк? Ну, не знаю, Сларку тут тоже, я уже говорил, есть и плюсы, есть и минусы. Среди минусов добавился еще и шейкер. Ну, вообще, Сларку тут реально будет тяжело. Вот если они захотят его взять, это будет прям очень тяжело. Лайфстиллер мне тут тоже больше нравится, причем намного больше. Он вообще на этого шейкера плевать хотел, если вовремя там рейдж нажмет, и на остальных персонажей также.
Да и вообще башни. Врываться вместе с Фениксом, в общем-то, неплохо. Вы вроде начинаете пилить яйцо, а там еще один киндер-сюрприз. Сюрприз в яйце. Вылетел просто из коллекции синих бегемотиков. Олдскульный. Ну и посмотрим. В любом случае, это должен быть кто-то крепкий, чтобы не рассыпаться в щепки от Свена под элементарным станом Шейкера, например, или же каким-то контролем доп от команды Virtus.pro. Ну, может, думает над какой-то альтернативой. Такие, блин, ну, лайфстиллер слишком прост. Давайте возьмем что-нибудь потяжелее. Что-то вот в голову. Пейла под шейкера. Пейла под шейкера идеально вообще. Ну да, пока что так проблематично выбрать что-то лучше, наверное, чем тот же лайфстиллер. Ну, спектру Виртуса видели в пике. Тоже, кстати, неплохо. В общем-то, толсто. Всегда толсто лайфстиллер, да, залетает. Неожиданный. Да, неожиданно и приятно. Рамзес забирает этого героя. Ну, понятно, что надо было как-то каким-то жиром еще комплектоваться команде Empire, потому что в целом по дэмэджу команды Virtus.pro всего предостаточно. Мидер очень жесткий. Мы знаем, сколько Тинкер может влить. Тем более Тинкер сейчас у нас новую эру с Аганимом открывает. Свен творит адовые чудеса. Там, гляди, и Шейкер на голову упадет. Да-да-да. И в свою очередь вот у имперцев еще есть небольшая авантюрка с этим Виномансером, который будет стоять, я так понимаю, в сложной линии. То есть это не совсем обычное для этого персонажа явление. Его обычно берут либо там на суппорт пятой позиции, либо там чуть ли не на первую позицию, для того, чтобы он выносил максимально хороший уровень. Там в миде он часто очень настоял свое время. Да, и, соответственно, мне будет интересно понаблюдать за этим веником, вообще, как он себя реализует, как его там будут убивать или не будут убивать. Это тоже все очень важный вопрос, ответ на который мы узнаем совсем-совсем скоро, ведь вторая карта у нас начинается. Напоминаем то, что Virtus.pro ведут со счетом 1-0, и будем переключаться в игру. Ну и сразу, пока у нас тоже небольшая пауза, я думаю, самое время для того, чтобы немножечко представить коллективы. У нас ФНГ будет играть на Ancient Parishion. 2 минуты попросил скандал. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну, 2 минуты это... Ай-яй-яй. Совсем много, совсем много. Нет, ну а что, можно разве отказать такому уважаемому джентльмену в СНГ, в мире СНГ доты? Ну да, видимо, какие-то траблы имеются. По пику, кто тебе больше импонирует, а кто... А у кого видишь какие-то слабые стороны? Ну, мне больше нравится пик Virtus.pro, потому что он, ну, как-то чуть попроще выглядит. То есть все герои понятные, как они должны работать, тоже вроде бы понятно. У Дума задача одна, либо выцепить какую-нибудь деспрофит, там, либо, возможно, веника Феникса. То есть, ну, у него целей тут достаточно, в кого ни кинь, все время будет полезно. Вот у имперцев намного тяжелее, потому что и веник должен хорошо зайти, и Феникс, и как-то этого Феникса защищать потом нужно. То есть, ну, единственный лайфстиллер, одну кнопку нажал с рейджем и поехали. Ну, собственно, его как бы накормить еще надо, лайфстиллера, предварительно. То есть без артефактов он до поры до времени хорош, да. Могут и, конечно, хорошенько так потрепать его. В целом, пик ситуативный как с одной стороны, так и с другой. И на лейт есть потенциал и у Империи, конечно же, и у команды Virtus.pro. Ну и центральная часть, средняя часть игры, и early game. Короче говоря, знали, кого пикать, кем играют. И NoFear сейчас играет на Думе, и боялись его в первой игре на Empire. Они банили Дума и Бистмастера. Ну и только-только появилась возможность все-таки взять Дума, NoFear сразу же этого героя себе откусил. Так что ВП явно хотели его взять, и Empire это читали. Да, ну, собственно, мы, так помню, вроде бы не представили команду. У нас тут Afterlife будет на Виномансере бегать. Лайфстиллер Рамзес, Деспрофит, Скандал. На Леоне у нас будет играть Кингер, ну и Феникс, естественно, от Мипошки. ВП мы тоже, да, не представляли, если не Да, ошибаюсь. Мы там буквально кусочками зацепили каждого. Ну, поехали тогда. ФНГ. Это Ancient Operation. Йоку забирает себе Шейкера. Тинкер для года Алоха Дэнс будет фармить на Свене. И NoFear забирает себе Дума. Все верно, и поглядим сейчас за битвой за руну. Ну вот Феникс, где там Феникс? Феникс, нет, Феникс на верхней. В верхней части карты, внизу руну он ловить, видимо, не собирался. Да, рисковая могла бы получиться затея. Ну, плюс готовые ВП, я смотрю, прямо аж вчетвером такие пришли отжимать эту самую руну. Но в итоге, да, год тут готовится кликать. Ждали этот полет. Ждали, но поймать его, по сути, да, нечем было. Только разве мог это сделать Йоку? Но Йоку стоял на топ-линии. Как раз он и видел, где находится Мипошка. Ну и все, Мипошка, в принципе, без руны остался. Все по классике. Мидеры забирают. Это чудное изобретение доты. Тинкер против Деспрофит. Вот это, знаешь ли, давненько мы такого не видели. До патча это точно мы такого не видели. И вот, знаешь, учитывая то вообще, как год в прошлой
игре агрессивно стоял в центре. Мне кажется, Скандал немножко позаимствует вот этот стиль. И сейчас точно так же будет пытаться пробивать этого Тинкера. Правда, сейчас мы видим с первым Сифоном, ну, делается достаточно проблемно. И урона, ну, действительно очень мало. Так, кстати, смотри, тут Дум выходит такой. Ну, нет, нет, он как вышел, так и зашел. Или же все-таки нет. Нет, действительно выходит. Клэпчик даже успевает дать. Скандала пробивает. Ну, первого уровня, правда, Тинкер особо заклинаниями не популяет. Да, дэмэджа немного. Я думаю, что Empire будет ждать появления Санрея, чтобы была возможность подсловить немножко Тинкера. И тогда Сифон уже свое дело будет делать. Ну, ждут. Второй левел в любом случае нужен, потому что по скиллам явно чего-то не хватает. Да и году, в принципе, не хватало этой ракеты, которую он только что запулил. Дум остается на этих же позициях, никуда с центра не перемещается на случай агрессии в сторону года. Ну и это и понятно. Дум сам готов агрессировать в любой из моментов. Тут интересную расстановку по линиям в итоге придумали имперцы. Они отправили Леона с Лайстиллером в сложную. И вот Виномансера, про которого я рассказывал, что его частенько тыкают чуть ли не на первую позицию, его поставили действительно в легкую. В легкой он вообще очень просто должен справляться с Шейкером. Он, этот герой, который Виномансер зачастую брался и просто для того, чтобы гонять героев, подобных Шейкеру. А тут он прям для этого и стоит на этой линии. Больше ему здесь толком-то ничего и не нужно. И в итоге, может быть, даже гель немножко подмакс. У нас тут еще один выход на Скандала, в этот раз со станом. Но Скандал неплохо через Спирит Сайфон откушивался, но не докушался. И это First Blood для Ноуфира. И вот тут уже первая небольшая такая проблемка нарисовалась. Дум дважды выходил, оба раза с полезняшками. То есть это не какой-то там, да, торнадо от Савуха. Это нормальный полезный спел, который может замедлить. Ну и Ноуфир нормально так обосновался на центральной линии. Продолжает еще наваливать по мипошке. ХП у него не так много, но хаста позволяет нормально мансеть. Ну, Скандал за дувочкой мог бы Ноуфира все-таки на базу отправить. Просто своим ходом, конечно. Все, Ноуфир наконец-то свое дело сделал и ушел. Все, жду агрессии от команды Empire. Наконец-то Санрей прокачал Феникс. У Скандала Сифон тоже в приоритете. Ну, стоит только подставиться году, чего он не часто делает, что он не часто делает. Ну и тогда могут его все-таки забрать игроки команды Empire. Тут вот интересная ситуация сейчас и внизу также, потому что, с одной стороны, очень такая потенциально агрессивная связка у имперцев, Леон и Лайстиллер, то есть они могут совершенно спокойно напасть там на какого-нибудь Апаришина, но, с другой стороны, Апаришин как раз и держится сейчас в основном за спиной. Ну, вот сейчас у нас нападение на Рамзеса, Рамзес нажимает рейдж, тут же Феникс залетает, хороший станчик, и, слушай, ну, ФНГ, возможно, здесь даже и не добьют, хотя Санрей очень классно выглядит, да, и еще и Хиксом в итоге достал Кингер, перетяжка от мипошки на нижнюю линию стала очень хорошая, но в миде в это время опять погибает Деспрофит. И вот тут уже как бы не совсем-то и понятно, что же из этого лучше. Забрать Паришина втроем или один вышедший Дум опять помогает убить ДП. Это Дум без Дума. Хочу заметить, это Дум третьего левела, который столько головной боли центральной линии обеспечивает. ДП вообще с появлением Сифона, помнишь, когда скилл-билд ей поменяли, говорили, что это имба имбовая и невозможно против нее стоять. Это один из лучших там героев на мидлейне. В принципе, драка один на один лучшая вот для этого героя. И что мы видим? Об нее просто ноги сейчас вытирает год, вообще не чувствует Скандала. Уже дважды отправили в таверну. Но в это время хотя бы смогли Свена забрать, тоже неплохой ответ от команды Empire. Фраг достается, если не ошибаюсь, Леону. Да-да, там втроем набросились. Вот как раз в такой ситуации чувствуется слабость Апаришина, потому что помощник из него слабый, если на тебя нападают. Сейчас, кстати, еще на эфира немножко пробили. Так вот, потому что аппарат, он, опять же, он хорош в нападении. В защите он реально слабенький. Единственное, что он может сделать, это немножко замедлить Айс Вортексом. Все остальное, это уже такое себе, такие себе средства защиты. И что у нас получается? Получается то, что у Afterlife 24 на 5 на верхней линии. Он Шейкера, естественно, хорошо обстоял, но я бы не сказал, что Шейкер тут сильно чувствует дефицит там денег или опыта. Он тоже сейчас свой шестой уже получает здесь. Там, кстати, на миде попытались выйти на Скандала, и Ноуфир наконец-то почувствовал сопротивление в лице Кингера. Тут не Феникс нужен был, тут нужен был человек с контролем, или он хиксанул, подкопал, и в итоге смогли развалить Дума, и наконец-то зашел нормально Сифон от Скандала. Хотя бы на фулл-тайм раскастовал его. Ну и Кингер перемещается еще и на топ-лейн. Неужели будут ловить Йоку? Агрессивный вард у нас от Кингера, чтобы контролировать Т2 команды Virtus.pro. Но Йоку, как ты правильно сказал, должен был хуже отстоять на самом-то деле против Веника. Веник не так-то сильно его и потрепал.
Ну да, в итоге Веник, получается, выходит вот в эти третьи варды. То есть он, конечно, тут динает, он вроде бы молодец, но вот тут линию очень глубоко держит. Поэтому Йоку, ну, стоит себе и стоит. У него там транквилы есть. Мы еще видим варды, он тут добивает. То есть, ну, такой виномансер, по сути, просто стоит на линии. Не сказал бы, что он там супер офигенно кого-то гнобит. Он стоит так, чтобы ему комфортно стоялось. Ну и в это время Феникс. Феникс четвертый пока с половинкой уровень имеет. Да, продолжает здесь экспиться в наглую. И, кстати, могут быть проблемы у Алохи. Естественно, они здесь будут. Подрубается Санрей. Подходит сейчас сюда еще и Кингер. Есть стан и есть фраг, который вновь достается Леону. У Леона, между прочим, 2-0-2. Леон с такими темпами может очень быстро выйти в блинк либо линзу. Мы уже видели Леона от команды Danish Beers, который просто на 25-й минуте, если не ошибаюсь, там был Dagger, там был Force Staff, и там уже Агони почти дособирался. У него на 16-й, да, были грейдженные стики, транквилы и Dagger. То есть этот Леон может, в принципе, повторить успех своего, ну как это называется-то, своего Леона, другого Леона из другой игры, иначе не скажешь. В общем-то, Кингер исполнял и в прошлой игре неплохо на Рубике, так что на Леоне тоже может... зайти не кисло. Ну и растянутая игра. Заметьте, как-то агрессии ни одна команда, ни другая не проявляет. Да, немножко потрепали на центральной линии Death Profit. Но опять же, потому что она позволяла с собой так обходиться. Но в целом у нас 7 минут, 6 фрагов. И поагрессивнее эти команды друг против друга сражались. Ну и выход на центральную линию от Мипошки. Будет ли агрессия на Тинкера сейчас, увидим. Ну, Кингер с Фениксом вряд ли здесь случайно пробегают. Ну, вообще там еще вард у Тинкера стоит. Причем, обрати внимание, насколько жесткий. Прям вот на грани действия вышки стоит этот обсервер. Прекрасно видит и Леона, и Феникса. То есть они вроде бы думают, что действуют под покровом ночи и что их не видят, но это не совсем так. Кстати, Веник, смотри, чем занимается. Веник уже начинает действительно сильно пушить сторону. В этом тоже есть определенный плюс и минус. Плюс, конечно, лишние бабулесы. Минус то, что у Шейкера все есть. У него есть Soul Ring, у него есть Tranquil, у него есть почти 7 уровень. И вот сейчас будут нападать уже на Скандала. Отличнейший импейл, но я не уверен, что у Скандала получится здесь выжить. В итоге он сейчас продолжает нападать на Года, но тычечку с рученьки. И он делает эту тычечку с рученьки, он убивает еще один Сифон. Скандал по-прежнему живет, да ладно, как он здесь живет? Йоку, наверное, не живет. Кингер пытается уйти, убегает от Дума. У Дума на 5 мувспида больше, но Кингер уходит на рампу, подъедает дерево. Вот это, возможно, было зря, но Дум не смог его добить. Просто шикарно, Скандал. Ну, говорит, я не рано, мне еще туда. Хватит, я уже наумирался со старта. Две смерти у него было, и теперь он имеет 3 фрага. Ну, жил столько, сколько позволила ему сделать команда Virtus.pro. На самом деле, тут ошибка некая есть от Йоку. Он сразу пожалел Эхо Слэм. Причем вокруг много было крипов, можно было сразу Death Profit приговорить. Он пожалел Эхо Слэм, думал, в соло-то мы ее, конечно, расковыряем. Но не тут-то было. Ну и продолжение... действовал Скандала, он просто гонит Йоку и мстит за то, что, кстати, тот пожалел этот Эхо Слэм. И вот сейчас, возможно, не пожалеют уже Скандала. Да, он пытается отсюда убежать. Не видел он сейчас Дума, но Дум его прекрасно должен замечать. На ноге Дум идет, и да, это ракеты, это минус. Вот, кстати, то, что настолько сильный уже был стрик у Death Profit, это немного неприятно, потому что Тинкеру в итоге отвалили 500 золота. Или кому-то, или Думу. Да, да, год забрал, Тинкеру. Год забрал, ракета долетела. По хребту бедняги Death Profit. Ну, да, много ошибок. Причем, ну, мы же знаем, что такое СНГ-коллективы. Только-только дали свободу. Только-только они почувствовали, надо, что убивать, да, надо пойти поубивать под Т4. Все-таки у нас 9-я минута уже идет. Как не пойти под Т2, не затворять? А мы еще не под фонтаном. Да, мы еще не под фонтаном. Мы еще не покупаем себе курьеров, не кормим соперника. Это, честно говоря, ошибка. Ну, такая ментальность. Я не знаю даже, как это, чем это еще объяснить. Характером. Ну и Кингер. Только что у нас ульту поймал от аппарата его. Поймать, наверное, не получится, и должен ли он выживать. Все-таки, ну, Ice Blast здесь первого левела, но в целом Леону пора отправляться на базу. Ну, вообще, задумка очень интересная, то есть ты даже не применяешь вообще никакого, да, там, контакта конкретного с героями, то есть ты просто кладешь фиссуру, ульта паришь на ракеты и до свидания. Почти любой герой от такой комбинации погибнет, если еще Тинкер успеет лазер подойти и влепить, то, ну, я, наверное, могу сказать, что любой герой погибнет. Ну да, и Тингер у нас уже приобретает себе тревела, уже у него все хорошо, год разогнался, 10-я минута, в общем-то, по таймингам, да, не топовый показатель, но в целом неплохо. Но он и по крипстату на 4-й позиции, видим, что Веник все-таки, которого оставили, Afterlife снова дают свободу фарма, и Afterlife полностью оправдывает то доверие, которое команда
ему дала. Hand of Midas у него появится через совсем чуть-чуть, а вот тут уже есть вопросы. Некоторые Afterlife хочет пораньше немножко гоним. Выфармить, Ice Blast должен ловить Afterlife, и Суру он уже поймал. Ну и будут ли гнать его отсюда? Должны. Ракеты летят, ракеты в спину Afterlife, у него 270 хп, ну, по должен, идее, должен выживает. Жить, должен жить, да, еще и телепорт делает он на базу. Ну и да, немного этот вот Мидас меня смущает. Ну ладно, появился он еще относительно рано. Так что, я думаю, наезжать особо пока на Виномансера не стоит. При том, ну, не голый, кстати, не голый Мидас. Там Аквила уже, там ПТшка, ну, да. Так что, в принципе, оправдано. Тут интересно, Кингар расконтролил, но его, конечно же, здесь будут убивать. Кстати, вот так вот просочился. Конечно, скандал тут вряд ли сможет помочь. И хотя, слушай, нет, с двух сторон зажимают сейчас. Правда, нечем сбить телепорт. Дум тоже уходит на ноге. У Рамзеса не достают пока что еще Open Wounds. Вот, вот сейчас, сейчас начинают уже набрасываться на Ноуфира. И это все-таки будет минус. Все-таки отомстили за своего Леона. Какой же лютый дэмэдж от Санрея залетает на самом-то деле. Вроде цифры не впечатляющие, но как сильно герои рассыпаются под Санреем. Мы в прошлом файте видели, как в хроносфере просто-напросто кор-герои отваливались у команды Virtus.pro. И здесь стоило только Дума цепануть лайфстилеру. Там просто места живого на нем не осталось. 8-5 по итогу. Команда Empire ведет по голде на 3,5, по экспириенсу тоже на двушку. Опережает своего оппонента. Ну и видим первые две позиции тоже по фарму за ними. Это Afterlife и это Рамзес. Да, при том, вот у Алохи сейчас не могу сказать то, что дела идут с фармом очень хорошо, хотя вроде как Свен, да, можно было бы ему там, я не знаю, подстакать. Спауны, кстати, здесь не заблочены, но пока этим вроде бы не особо занимаются. Да, я вот сейчас прошелся по лесу, обращаю внимание, то, что действительно это не так. Тинкера поймали тем временем в его же лесу. Тоже интересная локация для вылавливания Тинкера. Так вот, и сейчас будет ответ в центре. На скандалы набросились. Скандалы также очень легко сейчас и непринужденно должны будут уничтожить. И вот такие фраги для Лохи сейчас очень важны. Потому что он как раз очень сильно отстает. Сейчас у него была возможность немного компенсировать это отставание. Правда, здесь Леон ставит вард. И бежать, 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 бежать. Что-то пошло не так, думает Леон. Но не было же вас. Ой, какая фиссура шикарная. Вот Йоку легла просто на пути Кингеру. Ну и его... не должны отсюда отпускать, он хочет еще пожить немного. Ну, немного и пожил. Немного хотел, немного пожил. Мипошка никак бы его не спас здесь уже, понятное дело. Ну, надо платить за такую роскошь, как варды во вражеском лесу. Сейчас обидно будет, когда его еще и задевардят. Чтобы понимали, не просто так там Кингер гуляет. Что-то он да сделал. Где-то уже подляночка есть от команды Empire. Ну вот слушай, сейчас интересная вылазка в смоке. Afterlife при этом видят. Виномансер быстренько-быстренько-быстренько скользит отсюда. Будет выходить в Вейл, как мы видим. И да, его сейчас убьют здесь. Конечно же, без вариантов для Afterlife. Ну, что-то он тут яд покидал. На самом деле, не совсем понятно, зачем и почему. Вот в очередной раз у нас происходят такие моменты, когда просто нажимаются все кнопки по инерции. Не очень я такое люблю. Вот мне в этом плане очень импонируют некоторые там азиатские игроки, американские, которые до последнего ждут свои вот эти ключевые способности и не жмакают их. Это тоже очень важно. Причем он ведь прекрасно знал, что, во-первых, он не выживает, во-вторых, Тимы рядом нет, драки дальше не будет. Ладно, да, это был бы Mind Games, типа я сейчас юзну гель атакующий, и вы подумаете, что может кто-то в лесу. Нет, ничего подобного, просто, да, это такой немного истерический юз собственных спеллов. Ну и то, что Empire загуливает, там подтверждает своей смертью Afterlife, но также загуливает и Тинкер. Только что года приняли в собственном лесу, мы это видели. То есть классический спиннинг гейминг. То есть закинуть может любая из команд, тем более в СНГ дерби. Это все часто густо происходит. Но и у Тинкера уже кое-как вырисовываются деньги в руках. Я думаю, что Травела, наверное, дополнится даггером для доп. Мобильности. А уже потом все остальное будет мутить себе. Обрати внимание на билд Рамзеса сейчас. Ох. Это будет Radiance. И у меня, ой, какие сомнения в верности этого выбора. Хотя я могу его, опять же, обосновать, потому что тут все-таки есть поизон нового Виномансера. Радик только усилит этот магический урон. Будет, естественно, еще и Вейл. То есть мы прекрасно понимаем то, что урона будет очень много. Вопрос только в том, насколько качественно получится это все реализовать. У нас сейчас нападение будет на Алоху. Алоху здесь убьют. Делает он тэп-аут просто. И почти-почти получилось. Ну, хорошо, вовремя успел отреагировать.
Я думаю, что, знаешь, Рамзес еще планирует файты все-таки в каком-то эншенте приходить. То есть не самостоятельно, а все-таки в эншенте заходить, чтобы нормально так надамажить, переждать этот айсбласт злополучный, который не очень приятен такому герою, как Лайфстиллер. И уже потом. Или просто, знаешь, в этом эншенте добраться до эншента Парейшена, если он где-то рядом находится. Может быть и так. Не, в принципе, это понятно. То есть понятно, как это работает. Понятно, что это в некоторых ситуациях работает прям очень неплохо. Вопрос только, вот как сейчас будут обходиться с этим. Тут у нас с одной стороны и вот эти тинкеры, к которым тяжело добираться. То есть хорошо, эншент-то дойдет, остальная команда как вообще будет пробираться сквозь эти тернии? Так, у нас еще одна попытка напасть на Деспрофит под вортексом. Немножко тут залетело, но пока что ДП живет. И уже, кстати, 11 уровень. Сейчас должен будет появиться 2 уровня экзорцизм. Так и есть. И Автолайф, заметь, просто никуда вообще не оттягивается с топ-линии. Ему дали свободу, он продолжает дальше фармить. Все хорошо. То есть команда отдельно, Автолайф отдельно, как и было в первой карте. Только в первой карте все это обернулось разрывом команды Virtus.pro. Ох, Йоку шикарно влетает на скандала. Научен на прошлых ошибках. Моментально показывает, что у него есть даггеры, что он больше жадничать. И Эхо Слэм где-то там пытаться сохранить точно не будет. Последний раз это закончилось фрагом по нему и фрагом еще по двум игрокам команды Virtus.pro. Реализация даггера пока великолепная от команды Virtus.pro. Да, и плюс 11 уровень уже не за горами, также и у Шейкера. То есть мы говорили про 11 левел у Деспрофит, а это 11 у Шейкера. Нужно понимать то, что обычно этот герой находится немножко позади. И как раз вот за счет этого испытывает небольшой недостаток урона по противнику. Если же у него проблем с уровнем нет, то вот этот Эхо Слэм, уровень 2, он просто разваливает. И, соответственно, придется сейчас имперцам искать какие-то, не знаю, оборонительные методы. Не, ну оборонительные методы как раз есть. Вот, возможно, это как раз Рамзес с Радиансом в Ancient Gate и будет некого рода контра этому самому там Шейкеру, аппарату. Просто бегаешь, всех жжешь, они влететь не могут. Вроде как это может сработать. Ох, как Мейпошка спрятался между деревьями. Здесь неприятности со всех сторон. И Тинкер, и Дум. И у всех все есть. Мейпошка просто подальше бежать. Ну и смотрим, после появления Радианса, следующее действие Рамзеса. Будет ли он эту пачку разваливать или спрячется в гранитного голема или дракона и убежит отсюда? Ну, угнал все-таки дракона. Это засада. Нет, все-таки это не засада. Он просто отсюда сваливает. Так вот, древний дракон пошел бороздить просторы вселенной. По сути, пока что убивать древнего дракона здесь толком никто не может. Это мог бы делать Свен, но он пока еще недостаточно силен. Ну да, в нем фарми не хочу на самом деле в этом древнем драконе. То есть деньги все так же льются Лайфстиллеру, так что весьма полезное. Я думаю, ну, оправданное приобретение на самом деле Радианса. Там плюс промахи от Свена, Свен без МКБ. Тоже, когда дойдет дело до того, чтобы ручками бить, Лайфстиллер будет в ситуации немного повыгоднее. Не, безусловно, плюсы в этом приобретении есть. Вопрос в том, как будут обыгрывать это. То есть не будет ли допускать вот он ошибок именно в плане того, как будет действовать в замесе. Пока что мы видим все очень ровно. То есть дракон просто летает, просто горит. Причем стоит, естественно, спереди, потому что сбить эти 1300 хитпоинтов вообще нет никаких вариантов для команды Virtus.pro, и мы видим, как теряют первую вышку по центру эти самые Virtus.pro. Феникс тем временем приобретает себе Hand of Midas, понимает, что игра может затянуться, а вопросов фарма у Мипошки, ну, туговато. Туговато с фармом, 21 крип, и то где-то случайно, где-то, когда взрослых, когда не было дома, никто не следил за ним, потому что все съедает Автолайф. Мне это, честно говоря, уже немного вопросов вызывает. Сколько можно кормить Автолайф? Хватит кормить Виномансера. Ну да, вот в прошлой игре было вроде понятно, да, почему так происходило. Там немножко другой был персонаж, там вроде как был воин. Было понятно вплоть до конца игры, на самом да, деле. Да. Сейчас же действительно есть определенный вопрос. Ну ладно, по сути, Веник сейчас, если купит себе блинк, он будет вообще большим молодцом. Потому что вот в прошлой игре этого не хватало, моментальной инициации. Сейчас, возможно, попытается компенсировать былые ошибки. Да, есть, в принципе, есть потенциал на драку команды Empire, тем более массовые спелы, которые мы уже неоднократно поднимали и говорили. Ну и команде Empire по-хорошему тоже бы подраться. Пока у нас без серьезных артефактов Свен. Пока Свена можно контролировать неплохо. Пока Свен без БКБ, его надо тоже убивать. Свена 2400 на руках, БКБшка пока не пахнет. Но и у нас Йоку получил ульту от Автолайфа. И Автолайфа просто-напросто здесь сжирает команда Virtus.pro. Йоку старается сделать тэп-аут. У него это получается. Но Йоку выживает в итоге. Нет проблем у него под фонтаном. Ну и все, и разбежались по своим краям.
Йоку бедненький танцует под фонтаном. Не умрет, не умрет. Да, я тоже инстинкт не дотикает. Смотрел, действительно, оставалось очень мало здоровья. Там в районе соточки он там прыгал вверх-вниз. Ну, да, этого оказалось достаточно. И где вообще вот эти все герои? Где этот лайфстиллер? А, вот понятно, где этот лайфстиллер. Он сейчас идет нападать на Тинкера. Кстати, Тинкер тут приплыл. Да, вот так вот любопытненько получается. Остальные ребята из команды ВП решили просто отсюда ретироваться. Но вот пока не понимаю, то, что беспомощно они перед этим Эйншентом. И вообще, да, вообще вот этот выбор в итоге может оказаться действительно весьма неплохим. Вопрос в том еще, что в дальнейшем планирует делать этот лайфстиллер. Потому что вроде как свою вот эту утилити-роль он уже максимально реализовал. Сейчас, возможно, стоит немножко уделить внимание и конкретным артефактам на драку. Я думаю, знаешь, они строят вот такой глобальный атомный реактор, игроки команды Empire, потому что горит, естественно, лайфстиллер в драконе Death Prophet под экзорцизмом, тоже не подходи к ней, еще и все горят. Ну, при идеальном, конечно, раскладе. Вот Afterlife, вот его Poison новый. И, видимо, знаешь, так что просто бегала от них команда Virtus.pro, чтобы дэмэдж был нон-стоп, и причем дэмэдж был по локации. Даже для этого кнопок не надо будет нажимать. Тем более еще и ульт Феникса туда же шикарно заходит. Но пока видим, что ВП не особо чувствует команду Empire. Если надо драться, то Ice Blast делает свое дело. Ice Blast, Фисура и Тинкер. Как ты говорил, даже не надо близко подходить, руки пачкать. Да, урона очень много, и вот эта Death Prophet, которая без Юла играет, которая, конечно, уплотняется немного иным способом, да, появляется худ, тоже вполне понятная штука, потому что магии действительно много, это все тот же там Apparition, Shaker, тем более, что худ нынче можно нажимать, это дополнительные 325 урона блокировки магической. Магического урона. И это выглядит, ну, очень, скажем, качественно, очень мощно. Но вот без Юла все же фокусят. Фокусят пока что скандала. Вот он, блинк, про который мы говорили. Вот он, блинк на виномансере. Осталось дождаться его врыва. Да, ну и будут ждать скандала 100%, я думаю. И будут ждать, скорее всего, экзорцизма от Death Prophet. Без нее сложновато драться команде Empire. Ну, сама по себе комбинация просто обрезанная получается. Ну и Ice Blast залетает на Рошана, проверить, кто же там. Afterlife увидели, его немного зацепило, он не особо почувствовал, но в целом неприятно. Ну и по низу движется команда Empire, Мипошка уже на позиции. Здесь же у нас в гранитном големе гуляет Lifestealer. Кстати, лайфстиллер-то на карте не отображается, знаешь, как будто 4 на 5 всегда. Да, да, я тоже постоянно с этого так пригорал малость, то, что не отображается. Это тоже такая своеобразная фича вот этого телодвижения, да, перемещения в големе, потому что ты не особо на мини-карте-то и у противника толком-то виден, постоянно ты что-то жмакаешь, пытаешься его найти. Так, у нас вот в этот раз ульт Топоришна получается чуть более эффективный. Скандала действительно неплохо пробивают. Ну и, возможно, стоит Afterlife сейчас немножко потанчить. Все верно, так и происходит. Ну и Рошана, конечно, долго ковыряют. В итоге лишатся сейчас вышки, тир 2. Но Virtus.pro вполне осознанно не идут драться в рош-пит. Ну что ж, интересно. Вообще, тут такая своеобразная ситуация, потому что зайти на рампу имперцы ну, практически не смогут, потому что просто тяжело из-за Тинкера. У самих Virtus.pro будут проблемы просто потому, что в узком проходе против Феникса и Виномансера тяжело заходить. У нас тут, кстати, кажется, драка сейчас планирует начинаться. Да, нападение на Кингера, но вот все всадили именно в него. Возможно, это небольшой перебор. Сюда у нас забегает древний гранитный голем. Обнаружил он Ноуфира. И нет, он просто пока бегает такой туда-сюда. Ничего не происходит, просто хожу. Да, честно говоря, я думал, поагрессивнее себя начнет команда Empire вести, но, как видим, Рошана забрали, и очень невнятный был деф своей стороны. В итоге и не подрались, просто потеряли Леона, но развели хотя бы на ульт. Ну и в это время на центральной линии Ancient Operation поймали, так что саппорта за саппорта. Око за око, саппорта за саппорта. Да, Мипошка 2700 на руках, на секундочку. 24-я минута, 2700. Вот он, Мидас отбился сам по себе. 2-0-4. Да, возможно, та же Шива сейчас появится, которую мы уже видели не единожды на этом персонаже. Шива вообще очень неплоха против тех же там Свенов, Думов. Но нет, это Юл. Это мы видим Юл. Иногда я еще люблю пропагандировать Аганим на Фениксе. Он в некоторых ситуациях тоже смотрится, ну, забавно. Ну, возможно, не в это. И Юл также готовится у скандала. Естественно, Роман понимает то, что ну, тяжело. Тяжело, когда тебя вот так вот сильно фокусят. Тинкера сейчас видят на верхней линии. Ну вот, не торопятся Virtus.pro. Хорошо, они никуда не торопятся. Какой у них план таким образом намечается? То есть Алоха всех убьет. Этот план называется, наверное, именно так. Плюс, лишь бы Дум дал нормальный ульт. Скорее всего, тоже и так. Ох, у нас имперцы отваливаются.
Время закончилось в клубе. Наверное, да. Еще 5 минут. Админ тут выходит, который из линейки альтавнулся. Угу. Что там, продлевать будем? Да, ну и Aloha Dance, кстати, пока вообще не грозная цель. Но мы прекрасно знаем проблемы Свена. Это то, что его катят с БКБ. Уже дела немного попроще, но БКБ только-только появился у Aloha Dance. 10 секунд. Так что ждем, наконец-то, его возвращения в драки и в доту, где файтинги присутствуют, а не только фарм. В прошлом матче у нас Afterlife такой был. Он фармил всю игру. Зачем фармил? Для чего? Ну да, вот кому? Самореализоваться не получилось. У меня вот просто один тоже интересный достаточно вопрос, то, что БКБ на Свене это, конечно, мило, но могут действительно не успеть поломать тоже яйцо Феникса, потому что Свен милишный, а так спит, у него оставляет желать лучшего. Как бы остается Doom милишный, Шейкер милишный, который обычно другим занят. Ну, может, Doom еще может немножко побить это самое яйцо. Но там же не будет яйцо просто само по себе стоять. Поэтому, мне кажется, Феникс тут может быть серьезным противником. Ну, посмотрим, как это будет реализовано, опять же. Ну да, и опять же, они ломают яйцо Феникса, они собираются все кругом под Веника ульт, под гель собираются, под подкоп от Леона, опять же, по локации и плюс Death Profit массовый сайленс дает. На самом деле тут, я не знаю, даже инициация команды Empire с Феникса, которая начнется, должна давать команде ВП просто команду отступить. Немножечко отойти назад, переждать это яйцо. Я бы не рисковал разваливать его, потому что может себе дороже оказаться. Ну да, могут быть такие проблемки. Ну, пока ВП, как я уже говорил, они никуда заходить не будут. У них Тинкер, которому еще фармить и фармить, у него практически там ничего и нет. Что у него? У него из стартовых артефактов фактически все готово. Это там Блинк Тервела, Soul Ring, вот эти ботлы. Но это все просто для того, чтобы чуть более активно можно было, да, раскликиваться, там фармить. А дальше вот пока что Шарик, который Soul Booster. Ну и все, на этом фарм Тинкера пока что заканчивается. То есть у него еще потенциал очень серьезный. ФНГ еще какой-нибудь Аганим себе будет собирать. Там Йоука, я не знаю, тоже куча вариантов. Тоже и Юлы, и Аганимы, и все что угодно можно собирать. И Лотус Орбы. Да, Шейкер еще хорош. А здесь, видим, укрепляет всю команду Doom. Doom у нас отвечает за жир весь. И, скорее всего, этот Вангвард в скором времени превратится в тот же Кримзон. И Hood of Defense уже есть. Хедреска есть, так что будет пайпа в скором времени для команды Virtus.pro. Готовятся, готовятся и видят, и показывают, что знают своего соперника. Знают, что следят за ним. И как-то все, знаешь, так лампово в этом противостоянии на самом-то деле. Ну и вот, пожалуйста, да, ты очень кстати открыл графики, которые говорят, что... Там 200 золота разницы. Да, команда за дружбу. Больше за дружбу, чем за... Соперничество серьезное, но первая игра тоже была на равных. Там графики редко, когда у нас за 2 или за 3 тысячи переваривали, только в лейте уже, когда команда Virtus.pro сняла две вышки, даже две стороны у команды Empire, только тогда уже развал начался. Но в целом команды очень ровно смотрятся, ну и возвращается Мепошка. Наконец-то, да, возвращаются игроки Empire. Надеюсь, вернутся они так же быстро и синхронно, как они и покинули эту игру. Возможно, где-то у них там на буткемпе проблемки. Сомневаюсь, что 5 человек в рандомно сидящих местах могли бы отвалиться одновременно. Ну, просто проклятие тега. Выборочно. Все, у кого в никнейме Empire, срочно вырубить интернет. Свет пропал на секунду, пишет Мепошка. Теперь все понятно, теперь все понятно. Значит, ребята сидят вместе, готовятся трениться. Еще бы, да, им сейчас трениться и трениться. Они уже прошли же на мажор. Очень много турниров впереди. И да, естественно, это грядущий мейджор, который пройдет совсем-совсем уже скоро. Вот буквально там 30 числа мы туда выдвигаемся всей бригадой. Кстати, состав нашей съемочной бригады уже также опубликован на сайте мейджора. Да и уже везде его вроде бы там распостили, так что можете тоже ознакомиться. Там есть пара интересных моментов, о которых я мог бы рассказать. Но я думаю, вы сами все увидите. Ладно, я не буду поджигать вас лишний раз. Ждем возвращения лайфстиллера. Лайфстиллер, кстати, в полумертвом древнем гранитном големе сидит и... Пока что надо менять на... Я даже не знаю, кстати, на что менять. Тут Afterlife просто съел всех энджентов. Сейчас вернется Lifestealer, говорит, как так вообще? Как так случилось? Я для чего этот Радиант собирал? Чтобы тут фармил энджентов? Ну, есть вражеский, да. В принципе, все еще возможно. В целом, на самом деле, если команда Empire все грамотно реализует по своим... Ну, по своим спылам и по тем артефактам, которые они купили, я боюсь, что просто ВП может сгореть.
просто сгореть вокруг этого яйца Феникса. Ну вот про это, да, и как раз велась речь, то, что периодического урона очень много, как бы Вейл это все очень сильно закрепляет. И, соответственно, да, будут проблемы у ВП, если начнут, например, не они, вот это очень важный момент, если начнут не Virtus.pro и будут вне позиции, они действительно рискуют очень быстро сгореть. С другой стороны, если нападают конкретно они, если прыгает Свен, там пару ударов топором, минус там человек, например, туда же залетает там ультапарат, какой-то шейкер прыгает, соответственно, ровно такой же расклад может быть и в иную сторону. Тут опять многое упирается именно в то, кто на кого нападает. Послушай, я не так часто просто вижу радианса на лайфстиллере, но если лайфстиллер влазит в своего тиммейта, тоже жжет радианс вокруг тиммейта, да? Конечно, конечно. Понятно, понятно, понятно. Ну, тогда можно и в Фениксе влетать, тоже нормально. Тоже периодический урон будет залетать. Да, а там... ну, это очень сильная штукенция. В некоторых местах это очень, скажем, сильно абузится. И это очень хорошо работает там вне соревновательной сцены, потому что иногда на соревновательной сцене люди берут там специфических героев, которые хорошо контрят там лайфстиллеров, да или, в принципе, эту стратегию. Ну, плюс часто очень игры уходят в лейт-гейм, когда это уже не особо актуально. Потому что сейчас вот имперцы, мне кажется, сейчас являются наиболее сильными, потому что сейчас еще там блэкинг-бары не у всех поголовно есть, сейчас там Doom еще тоже толком себе ничего там не дособирал, Пайпа, например, нет, поэтому весь этот периодический урон, он будет хорошо работать, но если дотерпеть до лейта, все вот это, что вы собирали, эти вейлы, агонимы на всех героях, они дал лампочки абсолютно. Да, это точно, команде Empire явно минуты до там 45-50 эту игру желательно бы закончить, даже по пику, все-таки Свен, мы прекрасно знаем, насколько опасен в драке лейтовой и насколько опасен Тинкер, как постоянно давящий на вашу базу вот такую заноза такая, которая сидит где-то на любом из лайнов. Топ это, будь это мид, будь это ботом. Вы деретесь на топе, он пушит бот. Вы деретесь на боте, он пушит топ. То есть вообще не вопрос. И к нему на хайграунд уже сложновато подняться. Но серьезный на лейт, очень серьезный пик у команды Virtus.pro. И аппарат, который с каждой минутой, да, он не становится слабее. То есть у него, казалось бы, третьего левела ульта. Она вроде бы, да, ну, уже не будет сильнее дамажить, герои станут посильнее. Нет, герои станут посильнее, но ульта будет по-прежнему очень сильно неприятные вещи доставлять. Да, потому что со временем вырастает количество там силы, вырастает регенерация здоровья, соответственно, эффективность вот этой остановки регенерации, она тоже вырастает. Это тоже очень важный момент. Я постоянно говорю то, что раньше у нас был целый период времени, когда герои, имеющие процентные скиллы, да, которые работают там, в процентном соотношении, это там всякие некрофосы, никсы, там разные герои, тот же Апаришин, они очень сильно ценились, потому что со временем выходили все в какой-то нереальный жир, а у тебя есть суппорт пятой позиции, который просто в этот жир дают одну тычку, и этот жир убивает. Это важная такая штука. Ну, сейчас уже чуть более по-иному научились люди играть, но все равно эти герои всплывают то в одном, то в другом пике, то во время одной меты, то во время другой меты, то есть они никуда не деваются. Да, и аппарат вообще особенный парень в этом вопросе. Вспомнить все того же алхимика, который, да, вроде ничем не контрится, ничем, кроме аппарата. Такого маленького, беленького аппаришина, действительно. Даже не самого аппарата, а просто одного спыла от этого аппарата, который каждые 30 секунд просто жизни не дает, казалось бы, да, ничем не победимому, серьезному 12-слотовому, с учетом 6 агонимов, там, 5 агонимов на команду. Ну да. И съеденному муншарду алхимику. Но это не относится к этому матчу, это мы просто заполняли паузу, которую нам подарила ВП и команда Empire. Ну что, продолжаем. Да, посмотрим, к чему у нас в итоге, на чем у нас сойдутся эти два коллектива, потому что пока имперцы, я вижу, не особо яростно желают идти драться, хотя вот в их интересах это делать мы уже только что обсуждали. Действительно, так, у нас сейчас тут от ФНГ какая-то пауза, да, ну, походу... просто ненадолго залагал. Так вот, потому что действительно при появлении там блокинг-баров, дополнительных каких-то защитных предметов, проблем у Империи будет очень-очень много. Пробивать они людей перестанут. Там, не знаю, тот же Шейкер может уйти в, там, не знаю, блокинг-бар. Дум может собрать себе БКБ со временем. Там Тинкер, я не знаю, будет он это делать или нет. Ну, у команды Empire много разного урона, но, опять же, на все это реагирует No Fear. От Magic Damage есть Pipe of Insight, Vanguard сейчас должен тоже превращаться в тот же Crimson Guard, который не будет такой опасный делать Death Prophet. Ну и вот он заход, вот он голем, который идет первым, и явно он не сам по себе, это явно не просто Ancient пришел сюда, явно в нем сидит сюрприз, но и No Fear будут пытаться ловить, и не вылазит.
При этом не вылазит у нас лайфстилер. Автолайф раскастовался. Пока что потеряли только Дума игроки команды Virtus.pro. Стоит яйцо здесь от Феникса. Алоха Дэнс в БКБшке. У него ГТС уже включен. Начинает нарезать по Рамзесу. Размен уже 1 в 2 в пользу команды Virtus.pro. Скорее всего, отвалится и Мипошка. Ну и Мипошка... Нет, Мипошка просто на развороте за командой Virtus.pro. И надо отсюда уходить Шейкеру. Шейкер делает тэп-аут. Вот, пожалуйста, вот он голем. Голем, который гуляет сам по себе. Да, причем Шейкер, самое интересное, он в этой драке практически не участвовал. Почему? Потому что в него всем вот этим вот попало неприятным там ядом, горением. И по итогу он просто не смог запрыгнуть, не смог инициировать. Хотя вроде форстав был. Может, небольшая мискоммуникация была, и ребята друг друга недопоняли, потому что все-таки Свен дрался до последнего. Мне очень понравился момент, когда... Леон-то пытался уворачиваться от Свена, потом шел давать в него там то ли хекс, то ли стан, а Свен развернулся ударить другого героя. Или он просто идет, замахивается и так... И все, и в таверну. Хотя его там близко особо и не было. Но в любом случае, хорошая драка, естественно, для Империи. Правда, опять же, мы видим, ее ни во что реализовать не получается. То есть драки обычно хорошие когда? Когда вы что-то после этой драки делаете. Забираете вышку, забираете Рошана, забираете сторону, забираете хоть что-нибудь. Как-то территорию отжимаете, да? Но тут ничего этого не произошло. Просто произошло два фрага, которые ничего не значат. Просто чуть-чуть денег. Да, немного больше денег, кое-какие артефакты дособирали, лайфстилер, видим, покупает себе кирасу. А, ну да, и на цену на этом, в принципе, все. Все. Даже как-то территориально, не сказать бы, что пропушили, да, стороны и себе побезопаснее какой-то момент сейва сделали. У нас Мипошка просто выхиливает голема, в котором сидит лайфстилер, чтобы ему было там покомфортней. Поуютнее, греет просто, греет, подогревает голема, да, что там он температура. Прохладненький, возможно, уже. Вряд ли он камень же, теплокровный, камень. Конечно. Теплые камни, все по фэншую теперь, нормально. Прогревание. Ну и банька, команда банька. ВП. Команда ВП просто у себя на секрет-шопе почему-то закрылась. Может, не понравился последний мув от команды Empire. Как-то не по душе было сливаться втроем. А может готовиться. И, скорее всего, готовиться к тому, чтобы выйти и гангануть кого-то из Империи. Ну вот, они видели прекрасно, где находится Леон. Но, естественно, Леон не та цель, на которую хотелось бы тратить эту смоук-вылазку. Хочется убить кого-то пожирнее. Даже тот же Виномансер сойдет сейчас. Да, Веника, скорее всего, здесь убьют. Да. Нет. Веник. Скорость кошки, реакция Мангуста. Молниеносно реагирует у нас... Afterlife и уходит. Да, они очень удачные. В итоге сколько времени в ВП потратили? Потратили, ну и вроде как пингуют, что можно заходить на хайграунд, раз уж все мы здесь собрались, но как бы это, знаешь, невынужденное решение было, которое ошибкой станет для команды Virtus.pro. По-моему, рановато, честно говоря, заходить. Ну, да, я бы не сказал то, что Свен даже под ГДСом может как-то сильно поломать эту базу. Я не особо понимаю, почему... А, Империя ушла по одной простой причине. Мы совсем забыли про Тинкера. Тинкеру еще тяжелее зайти, чем поломать одним Свеном всю базу. Так что, скорее всего, именно на этом основываются сомнения и опасения Team Empire. Да, но, кстати, против Тинкера здесь неплохо заходит инфест-бомба, которая будет в Фениксе. То есть Тинкерс до Тинкера на Икарус-дайве можно довести лайфстилера. А там уже из такси он выпрыгивает и... Сразу пьяный рам, сразу можно Тинкера будет съедать, если еще и Башарок какой-то появится чуть попозже. Ох, Алоха Дэнс, сразу же хиксанули его, бедняга Алоха Дэнс под ГДСом стоит просто, ничего не делает. Вот это замес начался. И вот та самая периодика, которая действительно очень много, Алоха, у которого очень маленький атак спид, яйцо все-таки доломали. И опять Леон влетает, да, остановите вы этого Леона кто-нибудь. У Алохи заканчивается действие блокинг-бара, его начинают кайтить. Тут же лайфстиллер пошел уже разбираться с оставшимися членами команды Virtus.pro. Ну и Рамзесыч может еще тут ФНГ, наверное, найти. Тинкер прыгает, скандал, успевает подлететь. И неужели он выживет под покусаками? Да, он выживает. Ну и Рамзес сюда убегает. Это полное вытирание команды из пяти мужчин. Так, просто нереальные мансы, конечно, вот... Death Profit. Казалось, что ее сейчас сотрут. Причем сотрут еще на миде, еще на реке. Там ее реально стирать начинали. Прям не стирать об асфальт, а стирать в воде ее просто начинали. Помутузили скандала. Ну и по факту это, честно говоря, ну, серьезный такой переворот. Команда Empire открывает себе горизонт на центральную линию. Да, вот как раз-то тот самый важный момент, про который я говорил. То есть обычно после драки нужно что-то сделать. И сейчас это что-то происходит. Горит линия. Да, это центральная линия. Мы уже говорили, что она самая короткая и вроде как толком ничего не решающая. Но
уже вам нужно сносить на одну сторону меньше, точнее. Поэтому нужно это понимать. Йоку влетел с Ахаслэмом в пустоту. И этим могут воспользоваться сейчас имперцы. А Паришин тоже тратит свой ультимейт фактически в пустоту, потому что попадает только по Найксу, который уже слишком далеко, его никак не добить. Да, Йоку бедняга, как же не повезло ему, просто сбили ему даггер, он еще и умирает. Причем больше от горя, мне кажется. Да, да, я тоже от стыда, не знаю, от чего там можно было сгореть. Сбили даггер парню, и, конечно, это все очень печально обернулось, но в целом Empire, в общем-то, действует так, как на прошлой карте действовала команда Virtus.pro. Только-только Empire допустили ошибку, ВП пошли, и все, с той же DS Profit снесли центральную линию. А потом уже вниз пожаловали, и потом уже good game, well played, не было смысла дальше играть. Вот как-то зеркальная ситуация. Да, вот я смотрю, у нас сейчас тут очередную паузу нажимают, и действительно, коэффициенты при этом, я вот смотрел на этот матч, там был что-то в районе 1.5 на Империю, там 2.2 условных на Virtus.pro. То есть Империя являлись фаворитами этой встречи, не то чтобы там абсолютно там уверенным фаворитом, но все же видим то, что опасения букмекеров, они не безосновательны. И Empire показывает очень хорошую доту, Virtus.pro также очень хорошие, молодцы, но вот сейчас вот эту, знаешь, стратегию изнурительного боя, вот тысяча порезов, которую наносит команда Empire, бегает этот бедный шейкер, горит от яда, от всего, от огня, Свен, которого кайтит сразу после того, как БКБ заканчивается, Doom этот, который, если Doom дал, ну, даже среднего качества, он все равно становится абсолютно бесполезен, короче, очень-очень-очень много проблем у ВП, у них вся драка заключается вот в этом burst дэмэджи, который есть у шейкера. Влетел шейкер, туда сразу там Свен, Тинкер, бах-бах-бах-бах, Дум, всех убили. Все, и Апаришин, естественно, сверху. А у имперцев драка, вот она реально такая, от старости можно в ней, наверное, умереть. Да, только Леон разве что периодик дэмэдж не наносит, но тоже до поры до времени. Сейчас будет собирать еще какую-нибудь полезняшку, типа второй радианс в команду. Вот, ну, просто чтобы в концепции, да, хоть немножечко быть. Ну и Рамзес, мы видим, уже не боится никого. У Рамзеса все в порядке по хелспоинтам. И когда последний раз мы видели лайфстиллера, у которого нет, во-первых, эхо сейбра, во-вторых, у него нет мордигана, он себя комфортно чувствует. Ну, решил себе ХП набивать конкретно просто левелом. Левелом и плюсиками, которые он будет прокачивать. Ну да, тут же как раз... Ой, у нас тут нашли Йоку. Йоку пытается улететь, и, скорее всего, у него получится это сделать. Конечно, урона получает он очень много, но не так много, чтобы под фонтаном сейчас скуклиться. Так вот, да, в этом как раз и фишка сейчас скандала. Так много, так много. Сейчас расскажу потом, в чем фишка конкретно. У нас тут Леон... А шейкер умер? Да, так много урона, очень много урона. Ужас, ужас. Он просто сгорал. Ну, там с Аганимом. Там же с Аганимом ульта, причем ульта третьего левела, естественно. И под Whale of Discord все это было очень страшно. Даже Poison Sting там ужас был для шейкера. Еще веник вернулся убивать людей. Так вот, да, о чем я хотел тогда у нас рассказать. О том, что у нас убивают Алоху, у которого Блокинг Бар, естественно, в кулдауне. И Леон его приговаривает к смерти. Просто ряд подарков от команды Virtus.pro. Они вроде держались молодцом. Ранняя стадия игры тоже была, оказалась за ними, но вот уже серия отдач, просто одна за другой. И команда Empire сейчас должна этим пользоваться. И было бы как-то даже неуважительно к сопернику не пойти и за это не снести им хотя бы одну линию. Ну, я с тобой соглашусь. Я вот тогда меня дважды или трижды прерывали на мысли касательно этого лайфстиллера. Тут ты как раз абсолютно прав. Просто это два абсолютно разных билда. Один из них совсем боевой, вот этот армлет и эхо сейбер. Но по деньгам они, в принципе, получаются недалеки от этого там радианса плюс чего-то. И так и получается. Твоя разница по ХП компенсируется вот этим вот каменным пацаном, который сейчас воюет, которого невозможно просто так взять вот и убить, который еще ауру своим ребятам дает, то есть это очень полезно, что получается древний гранитный голем. А на них же еще, кстати, марш в машине не действует, вот, после того, как порезали. Вот, ох. И я же о чем, то есть, и ты, получается, вот просто бегаешь, как бы, и горишь на людей. Причем, да, вот за такое Рамзеса, конечно, можно было бы наказать в различной форме, потому что это не слишком красиво так делать. Но да, развлекает он очень забавно, причем он один этим занимается, прошу прощения, на 36-й минуте против толпы людей. Тинкер, Свен, Дум. Да, они просто ничего не могут ему сделать. Да, чтобы подходить туда драться, да, вообще без вариантов. Решение классное. Казалось бы, очень все просто, да, для... Ну, что тут? Ну, да, залез, мы такое видели, но по сути, он просто переворачивает вообще всю тенденцию этой карты на самом-то деле. До этого ВП пинали ногами и руками команду Empire, а теперь видим, что Голем, да, или кто это, или все-таки это Рамзес, но в целом он контролирует сейчас вот все события на карте и держит
в опасности всю команду Virtus.pro. Слушай, Виномансер прям совсем запотел. Он покупает себе Мьёльнир. То есть он еще больше добавляет вот этого так называемого периодического урона. Он не совсем периодический, потому что молнии срабатывают, и они действуют моментально. Но они действуют как раз вот на дистанции. Соответственно, ты вешаешь все те же вейлы. Такой активно-пассивный урон. Да, да, да. И в итоге как раз и получается. Так, ладно, у нас сейчас тут начнется какая-то драка, возможно. Нет, тут Алоха, кстати, прожал свой ультимейт. Afterlife вроде тоже умрет, но у Afterlife как раз-таки есть Эгида. Поэтому ему вообще пофиг на то, что он умирает здесь или нет. А вот Свену, может быть, не совсем пофиг. И Рамзес сейчас идет тоже добивать. Веник нападает. Вот сейчас должен давать яд. Яд он дает. И ульт тратится в одного Веника, который уже умер. Артем, что же ты делаешь? Зачем же ты так поступаешь? И еще и будет гореть здесь Алоха, причем очень люто. Поджимает он арморчик. Да, но урона от яда немного не хватает. Или хватит. Или хватит! Или хватит! Нет, не хватило. Нет, пусть инстинкт с него слетел, а так бы точно. Последний момент. Да, 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 да. Повезло просто по таймингу, что Лоха Дэнс сам по себе герой плотный. Но в целом команда Empire потеряла двух игроков. Да, это Леон и это Саппорт. Леон и у нас Виномансер, который на корпозиции. Так что денег ВП поотжимали здесь немного. Ну да, да, вот то, что Веник погиб, конечно, не слишком круто. И Тинкер начинает свой догон улучшать. Соответственно, будет чуть больше проблем у того же Леона. Леон тут вообще такой трупик бегающий. Очень быстро будет умирать здесь Леон. Да, и, естественно, будет докупать себе Abyssal. Вот, как раз по поводу хитпоинтов. Также очень важный момент, то, что Abyssal нынче очень крут. Если ты собираешься быть именно чуть более боевым. Раньше ты был убийцей с Абиссалом, теперь ты просто боец. Потому что у тебя очень большая регенерация здоровья, там 15 единиц в секунду. Просто колоссально. Ну, плюс все вот эти плюшки от Вангуарда, они продолжают работать. Ну да, и они переживают, в принципе, благодаря этому Абиссалу, они переживают БКБ от Свена. Просто дополнительный контроль, и Свен и так, мы видим даже в БКБ, его хорошенько катят здесь, потому что в составе команды Virtus.pro того, кто собирал бы всех и подносил Свену, мол, бей, вот, дядя, бейте, бейте подростков. Такого нет в составе команды Virtus.pro. А здесь, если еще и под БКБшкой, он всю БКБшку будет стоять, получив этот Абиссал в лицо, тут вообще как-то так обрезанный пик Свена получается. И Алоха Дэнс дэмэдж просто может не нанести. Все верно. Потом у тебя заканчивается блокинг вар, потом ты начинаешь бегать под замедлениями разных виномансеров, все эти варды в тебя плюют, замедление там, ну, жуткое. И это все... Бегать предпочтительно под фонтан. Вот, да, 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 да. Возможно, с телепорта сразу после того, как БКБ закончилось. И вот эти все моменты, они, ну, их очень тяжело учитывать во время драки, когда нападают на вас. Поэтому я еще раз... повторяю то, что нужно Виртусам попытаться как-то напасть самостоятельно. Все-таки Блинк на Свене и на Шейкере, ну, не просто так покупается в свое время. И у Дума тоже есть Блинк. Для чего? Для того, чтобы выблинкиваться из драки против миллиона периодического урона? Нет, это так не работает. Вы же купили их не просто так. Идите, нападите. Ну, вот пока что у нас у Алохи проблемы. Причем он под вардом бежит, его видят. И его поднимают на ветре, на ветрах, на ветрах, на ветрах. И начинают поджигать. Есть у нее блокинг бар. И, возможно, придется ему скоро его нажимать. Да, он его нажимает на развороте. Ой, как больно-то! О, как больно-то бьет Алоха здесь! Ну вот, он получает тот самый Абиссал. Скандал. Скандала убили. А вот это уже неприятненько. Говорил я как-то, что можно попробовать напасть самим. Просто оттянул всех на себя и уже на своих позициях. Ну, Алоха Дэнс психанул. Мы знаем прекрасно, что это парень с характером. Говорит, да сколько, да вообще... Человек я, да, или тварь дрожащая, или право имею, да, куда там три человека, сюда все, по одному, просто по одному на меня, ну шикарно, ну, под ГДС со Свеном лучше не шутить, и Алоха Дэнс сразу же двумя этими тычками с Хасейбра показал, что вся команда сейчас просто ляжет, и Блаз залетел, и, по-моему, ВП сейчас с ног на голову могут перевернуть эту вторую карту данного Best of 3 противостояния. Да, ну вот, конечно, не стоит слишком сильно верить в себя. Конечно, сатанику Свена это очень круто, но можно ведь просто вот умереть вот так вот, даже не сделав ни единого выхода. Леон, Леон умирает очень быстро. Дум заходит на горячей земле. Феникс также у нас там упрыгивает. Яйца у него нет. И мы видим то, что забрали пока что только Апаришна, но убьют еще и Нулфира здесь. Тинкер может вернуться. Да, Тинкер возвращается, откидывает еще пару ракеток. Кстати, за Алоха серьезная погоня идет, но у него по-прежнему есть БКБ. Я бы на месте Afterlife вообще и Рамзеса дважды подумал. Прежде чем идти нападать, вот так вот, например, Шейкер влетает. Тут же Свен под ГДСиком готовится прыгать и нажимает. Нажимает все-таки блокинг бар, залетает стан. Тут же сейчас будет Тинкер и Рамзеса убьет. Или не убьет? Нет, прячется в крипчика.
БКБ-ха у Алохи, в свою очередь, уже закончилась. Вылезает обратно Рамзес. Феникс, ой, как не хочет лезть в эти машинки туда. Не лезет, кстати, получает по голове. Вот сейчас просто стан залетит в Феникса, и Феникс отъедет. Как же с ним играются, ты только посмотри. Выходит еще и лайфстиллер, прожимает рейдж. Также начинает нападать на Алоху, Абиссал. И это минус Алоха Дэнс, который, кстати, без байбека, между прочим. Ну, благо дело у остальных, там таймеры на респаун не слишком большие. Да, минус 4 в целом сделала команда Empire, наказала ВП за вот это опрометчивое решение лезть на хайграунд. Но ситуация была очень сходная, когда сейчас вот второй раз уже Свена гнали, и Алоха Дэнс в какой-то момент думал, развернуться, не развернуться, задежавюшить, не задежавюшить, что вообще, готовы ли вы идти со мной до конца, как в тот раз. Ну и все-таки раскатили его игроки команды Empire, и там уже без БКБ сложновато. Даже, кстати, не прожатый БКБ так печально выглядел, как прожатый сатаник. Он просто не смог на равных драться с лайфстиллером, когда дело дошло до вот этой лобовой встречи. В этом как раз и фишка, то, что Абиссал помогает тебе контролировать вот эти вот выпады агрессивные от Свена, и в случае, если тот вдруг неожиданно захочет попытаться подрегениться, да, за счет сатаника, потому что урона там реально очень много, сатаник реально поможет, то ты просто пресечешь эту попытку банальным Абиссалом. Вот сейчас у нас нападение на Рамзеса. Рамзеса здесь забрать должны, наверное, там только Леон есть на подмоге. Конечно, очень агрессивно он тут дрался до момента получения догона в табло. Просто успокоил, осадил моментально Рамзеса. Тинкер, ну, электрошокером так его... 82 секунды не будет, кстати, у нас Рамзеса. И может есть вариант хотя бы Т2, Т3 точнее, не Т3, даже Т1 на миде снести, или хотя бы Т1 на боте. Обрати внимание на тайминги, стоят вышки как по центру, так и внизу. Что случилось в наших лесах? Как обычно мы любим говорить в такой ситуации, золотой запас хранили просто Virtus.pro на темные, на смутные времена, и сейчас, по идее, должны начинать им пользоваться. Но пока даже близко они не подходят к этим вышкам, хотя нет, по центру Алоха подходит. Иди сюда, вышка. ГДС просто на тебе тавр! Очень-очень агрессивно. Нет, спокойно, он действует. Спокойно, да, спокойно. Ну, вышка, с вышкой разобрались, хорошо. Далее что? До Рошана 20 секунд буквально остается. Так, что у нас тут еще? Еще продолжаю давить. Слушай, на тир 2 выходит Virtus.pro. Какие дерзкие-то ребята. Ну, в принципе, да, понятно, что лайфстиллера не будет еще 19 секунд, поэтому это более чем обосновано. И опасаться им по большому счету нечего. Ну, и неплохо. Вот так вот 2000 заработали себе на халявку фактически. И еще мигают, пойдемте, мол, вниз заберем вот эту 253 хитпоинта вышечку. Да, тут же уже год. Также готов идти разрывать. Да, и всю ВП, кажется, уже не так плохо. Ну, казалось бы, 10 тысяч, но сейчас графики обновятся. Тем более после снесенных 3 товаров за последние 2 минуты. Да, лайфстиллер все это время сидел как бы в таверне, он фармить не мог. Сейчас мы опять видим, оседлал он очередного древнего гранитного голема, да что ж такое-то. Ну и у нас нападение на Тинкера. Тинкер находит, бежит ли он, очень сильно хочет напасть сейчас на этого самого Тинкера. И отличный ульт от Апаришина. Шейкер вроде бы должен был уже прыгать, нет, тут у нас Afterlife раскастовался. У Тинкера серьезные проблемы, потому что срабатывает яйцо Феникса, и Тинкера просто застрелили руками. Afterlife очень хочет подраться с Алохой. Ну вот сейчас у Алохи заканчивается опять БКБ, посмотрим, как у него получится подраться. А подраться получится у него весьма тухленько, потому что очередное замедление. Правда, Тинкер сделал байбек, должен вернуть сейчас драку, да, так и происходит. Начинает расстреливать Веника. Опять машинки. Тут же на месте скандал. Сайленс вешает. Ну и Тинкера поднимают. И Тинкер ведь после байбека, если года здесь убьют, а его убивают, то можно ведь забрать действительно вторую сторону. Я вот всю игру, ты глобально смотрел за всем файтом, я всю игру просто дабл-кликнул на Алоха Дэнса и смотрел на эти мучения бесконечные. Он взял дабл-дэмэдж перед файтом, он шел с этим дабл-дэмэджем, просто внести тонну дэмэджа, ничего не получилось. Он, единственное, кого он зацепил, это была Death Prophet. Она упала с одного удара, у нее половина хп просто развалилась. И Death Prophet в итоге вынуждена была байбекнуться. И все! БКБ заканчивается, это просто, ну, он по пояс его вкопали в землю, и он стоит, не может двигаться. Вообще, да, ну, да, просто. Да. Я буквально мельком на это обратил внимание, но вот ты, да, ты абсолютно прав, что это происходит постоянно. И как с этим бороться, как это лечить, очень тяжелый, сложный вопрос. Ну, у нас... Для этого и берут Энигму, Дарксира для этого берут, чтобы хоть кто-то там... Фиксировать, да. Да, просто... Ой, какой сайленс из скандала получился забавный.
в Алоху. Вгрызается сейчас Рамзес. Слушай, а ведь могут так просто взять сейчас Алоху-то этого и убить здесь. Яйцо. Яйца пока нет. Еще 15 секунд. Скандала прячет в Глиммер. Еще Леон контратакует. Правда, да, контратаковался немножечко здесь Леон. И в Скандала с Хаслемом также влетает ЕС. И это еще один минус. Минус 3 получается. Ну, ладно, там 2. Веник у нас еще до этого там где-то погибал. Линии пропущены, конечно, сторону снести не успеет команда Virtus.pro, но то, что Empire ошибается, причем как-то так, ну, неоправданно ошибается. Непонятно вообще, зачем было драться под ГДСом со Свеном. Можно переждать было этого смело и дальше заходить со всеми своими ультами. То есть не так, у Empire были все ульты. У Empire были все ульты, единственный, кто дэмэдж наносит, это все-таки Свен. Ну и Тингер, кстати, сейчас может влететь у нас еще и на Мипошку. Нет, решили забирать Рошана, решили не брать этот фраг. И Роха достается, скорее всего, команде Virtus.pro. Вряд ли без DS Profit будут сюда соваться. Да, конечно, не стоит этого делать. Если так поступят имперцы, это может быть серьезная ошибка. Вот такая, например, серьезная ошибка. Afterlife не успевает нажать ни одной кнопочки. Он умирает, у него нет байбека. Рамзес, конечно, съел там одного героя, но нужно ему отсюда бежать. Бежать стримглав просто. Хотя вот Doom погиб тоже без байбека. В этом тоже есть определенный минус. И, скорее всего, Virtus.pro тоже будут ждать последнего этого момента. Хотя нет, Тинкер возвращается обратно. У Феникса есть и Карус. Он на нем уезжает. Хекс также на Года. Года съедает буквально за пару ударов. Но нет, он выживает сразу же, ловит палец смерти. Алок начинает катить у него в кулдауне. Блэк Кингбар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эй, Рамзес тут выживает. Слушай, у Рамзеса через 3 секунды будет рейдж. Еще айсбласт залетает у нас в Свена. Неужели Empire все-таки опомнились? Они всю игру тащили команду Virtus.pro. Казалось бы, к выходу, к третьему матчу. И потом уже у меня были мысли, что ВП просто закончат за 2 матча это противостояние. Но в каком-то веке опомнились. Как классно Тинкер действовал до поры, пока его не зафиксируют. Та же история, та же проблема, как со Свеном. Очень много дэмэджа, но если хоть какой-то контроль над тобой получают, то ты превращаешься просто в бесполезность, просто в иконку на карте. Ну и скандал. На Т4 Йоку в соло. Эхо Слэм у него есть. Будешь ли жадничать или будешь давать? Нет, Йоку не дает. Не пробьет, не пробьет. Да, да, бесполезно. Там Сифон был, конечно. Сложно было, сложно. Сложно. Ну и это, судя по всему, ГГ, потому что глифа фортификации нет. Слишком активно бьют имперцы эту крепость. И это 1-1. Вау. Ух, вот это да, вот это дерби мы получаем. 48 минут, причем до конца и нельзя было сказать, кто же все-таки выиграет. Ну да, вот мы видим тот же график, несмотря на то, что скачки были там не в ноль, но скачки были весьма существенные, и имперцы действительно давали надежду фанатам Virtus.pro на то, что эта игра закончится прямо здесь и сейчас, но в итоге 1-1. У нас будет третья решающая карта. Я уже не могу представить, что мы там будем наблюдать, потому что мы уже увидели очень много различных задумок и стратегий. Этот лайстиллер с Райенсом, который хорошо себя реализовал. Что не скажи, в этой игре Рамзес был молодцом. Немного вариантов было настолько же качественных, насколько Рамзес нам продемонстрировал. Ну и вообще у нас какой насыщенный день сегодня. У нас 3 матча, первое противостояние, 3 матча, второе противостояние. Вообще шикарно, просто шикарно. И такое дерби наблюдать 3 из 3 игр, это на самом деле подарок, я думаю, для зрителей наших в том числе. Да, определенно это так. Ну и как закончится эта встреча, мы узнаем с вами минут через... Ну, минут через час, наверное, но начнется решающая третья игра через 5-10 минут, далеко не разбегайтесь. E-Gaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит.